Подозреваемым в похищении ребенка в Самарской области предъявили обвинение. В конце января неизвестные увезли 4-летнего мальчика из Кинеля и удерживали его в Самаре. За ребенка требовали выкуп. Установить личности предполагаемых похитителей и задержать их удалось в течение нескольких часов. Подозреваемые 6 человек взяты под стражу. В зависимости от роли каждого их обвиняют в покушении на похищение или похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Расследование уголовного дела продолжается.